Здравствуйте! Это программа «Главная тема». Сегодня поговорим о демографии. Какие меры принимаются для увеличения рождаемости и снижения смертности? И когда эти меры дадут необходимый результат? За последние 5 лет в Великоустюгском районе на свет появилось 2863 ребенка. Но, как мы видим на нижнем графике, рождаемость из года в год падает с 719 до 469. Так, в прошлом году по сравнению с самым урожайным за пятилетку 2015 родилось на 250 малышей меньше. Несмотря на общее падение рождаемости, количество семей, имеющих 2 и более детей, только растет. В том числе благодаря программе «Материнский капитал». Количество вторых детей в семьях превышает количество первенцев и увеличивается количество рождения третьих и последующих детей в семьях. Так, в 2019 году первый ребенок родился в 117 семьях, второй в 183 семьях, третий в 118 семьях. Зарегистрировано 4 двойни. С этого года семьи, в которых родился или был усыновлен первый ребенок, также получат право на материнский капитал. Его размер составляет 466 617 рублей. Распорядиться средствами материнского семейного капитала после получения сертификата можно на погашение кредитов и займов, взятых на приобретение и строительство жилья. В Великоустюгском районе подано уже 7 заявлений на получение сертификата. Материнский семейный капитал для семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок в 2020 году, составляет 616 617 рублей. Возвращаемся к показателям рождаемости и смертности. На верхнем графике динамика показателя смертности. В целом отмечается снижение. По сравнению с 2015, в прошлом году зарегистрировано на 90 смертей меньше. Однако демографическая ситуация все равно неутешительна. Смертность почти в 2 раза превышает рождаемость. Наталья Вашивская – мама 3 детей. Старшая Маша 16 лет, средней Полине 12, младшему Ивану 9 лет. По словам Натальи, стоило больших трудов, чтобы поднять детей на ноги. В плане, скажем так, материального, это, конечно, нагрузка огромная, потому что нужно очень много проблем решать, начиная с того, что нужно каждый день детей кормить, они едят, что их нужно одевать. И, конечно же, много денег уходит и на дополнительные образовательные какие-то моменты. Старшая дочка сейчас собирается поступать, поэтому впереди у нас выпускной, тоже большие растраты. В общем, ну такая материальная нагрузка большая. Поддержки какой-то от государства особо у нас нет, потому что как многодетная мама я получаю 300 рублей на ребенка, соответственно 900 рублей в месяц. Как бы на эти деньги я сильно не разгуляешься, это так сходить, может быть, 2 раза в магазин. Лично для меня самая первая важная проблема – это, конечно же, жилье. Жилье и большие коммунальные услуги. То есть для того, чтобы как-то детей хорошо содержать, нужно им достойные условия. Если, например, родителей нет, ну вот у моих родителей, например, не было возможности дать мне жилье или как-то помочь еще, то есть мне приходится решать этот вопрос самой. Соответственно, я сейчас снимаю квартиру, это тоже большие растраты. 2 года назад была разработана и утверждена стратегия развития Великоустюгского муниципального района до 2030 года, в основу которой вошла политика народосбережения. Для качественной и продолжительной жизни населения необходимо обеспечить решение таких задач, как безопасность проживания, пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта, эффективное социальное обслуживание. Все данные мероприятия для решения этих задач прописаны в стратегии, а также закреплены показателями. И мы уже видим, как эти мероприятия на территории нашего района успешно реализуются. Что мы можем привести в пример? Это строительство ФАПа в деревне Аристово. Это ремонт ФАПа в деревне Ишутино. Это ремонт детской поликлиники. Закупка стоматологического оборудования, аппарата УЗИ. Также мы продолжаем обучение студентов по целевым направлениям. Нами разработана муниципальная программа создания условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях здравоохранения Великоустюгского муниципального района на 2020-2024 годы, где помимо выплат и компенсаций за наймы жилья с 2020 года предусмотрено обеспечение жильем специалистов.
Что же касается создания условий для развития, то здесь в первую очередь мы можем отметить это успешную реализацию всем известного туристического проекта «Великий Устюг. Родина Деда Мороза». Мы видим, что ежегодно количество туристов, которые приезжают в наш город и в наш район, увеличивается. Любимая работа и достойная зарплата – вот что нужно каждому трудоспособному человеку. Крупнейшее предприятие района «Связановатор» в настоящее время реализует новый инвестиционный проект по выпуску большеформатной фанеры, а это создание порядка 100 рабочих мест. Хорошую работу можно найти и в отрасли сельского хозяйства. Предприятие «Устюг Молоко» продолжает строительство нового животноводческого комплекса на 2222 головы. На данный момент возведены и пущены в эксплуатацию два здания фермы – доильно-молочный блок и ветеринарно-санитарный пропускник. Ведутся подготовительные работы по строительству второй очереди комплекса. Завершение строительства запланировано на март следующего года. Всего на территории района реализуется более 15 инвестиционных проектов в различных сферах экономики и, как следствие, создание новых рабочих мест. Для эффективности развития в районе улучшается инфраструктура и логистика. Совсем скоро Великий Устюг сможет принимать самолеты из крупнейших российских городов. Ведутся переговоры с РЖД по возобновлению железнодорожного сообщения не только в турсезон. В Великом Устюге благоустроена набережная, ведется строительство и ремонт дорог, благоустраиваются общественные и дворовые территории, ведутся работы по газификации населенных пунктов. Также Великоустюгский район участвует в ряде национальных и федеральных проектов. Все это приведет к улучшению демографической ситуации, но не сразу. Мы видим подъем только с 2024 года. Это как бы официально уже закреплено. То есть сейчас мы до 2024 года мы только работаем на создание условий. А когда уже условия, как мы подразумеваем, к 2024 году будут созданы, то тогда уже мы начнем получать результаты и увидим повышение рождаемости и понижение смертности. Но у нас же есть с вами еще одна задача – это понижение миграционной убыли. Да? Угу. Мы должны иметь в нашем районе, обязательно должны иметь миграционный прирост, а не убыль. Мы тоже к этому идем, улучшая и создавая инфраструктуру какую-то новую. Да? Вот это самое главное, чтобы удержать здесь у нас молодежь. Программа выходит при содействии Управления информационной политики Вологодской области.